Ну, как, шприц, спирт. Это для того, чтобы разморозить дымок. И вот такая вот штука. Это крышка от сетевого блока. Совковое оборудование нет. Сейчас я буду обмазываться тем, что есть. Для начала разморозим дымок, потому что без этого машина все равно никуда не поедет. В машину. Сейчас ее заведем, пускай она греет. Нам повезло, машина завелась. Значит, шансы отсюда выбраться у нас все-таки еще есть.
хотят, копать никто не хочет. А завтра все будут выезжать. Нас впереди еще 10 лет работы. Мужчина, метров дороги. Вот. Здесь дорога на Киев, а то насколько она удачна будет, сейчас узнаем. Вот так. 100%. Как житомирская трасса? Ну, мы ехали из Житомира, нормально едет. То есть она движется туда? Много пуст стоит в обочине, но так же едет. Спасибо большое, хорошей дороги.